Ну как может взрослому человеку такое ударить, я не понимаю. Ладно, там какие-то преграды бы еще были, трамплины прикольные, которые преодолеть было бы интересно. Ну тут, сука, ничего не меняется, просто она плывет и плывет себе. Да вы не смейтесь, он реально так играет. Что это за хуйня? Это что за игра вообще? Что за игра это такая? Не понял. Ты что, издевайся, да? Ты что сделал? Что ты мне подарил, блядь? Позвони Светлане. Уже все бросил, нахуй, Свете ебаной звонить. Уже, алло, Света, алло, как дела? Это Сухач? Это Dark Souls новый или что это? А ты слышал о карте, сделанной специально для геймеров? Она сразу стала must-have. Дает отличный кэшбэк за покупку ноута, девайсов, игр, кафе и доставку еды. Тинькофф Банк знает, что нужно геймерам. Прямо через приложение ты можешь купить игры для Steam с кэшбэком и скидками. Какую бы карту All Games ты ни выбрал, кредитную или дебетовую, ты получишь дополнительные бонусы. По дебетовой тебе начислят 500 бонусных рублей после первой покупки. А по кредитке юзай промокод ALLGAMES12 для года бесплатного обслуживания. Карта для геймеров доступна с 18 лет. Еще нет 18? Не беда. Ты можешь оформить молодежную карту с крутым дизайном. Выбирай свою карту Тинькофф, заполняй заявку за 5 минут и жди курьера. Он привезет ее тебе бесплатно. Бонусные ссылки в описании. Это что такое? Что это за игра? Что за хрень собачья? Что это такое? Объясните, блядь. Зачем мне эту подарили игру, я не понимаю. Для чего мне подарили эту игру? Я вот что-то, ну я не понимаю, объясните мне. Для чего я должен играть в эту хуйню? Это ты что, ебать, издевайся или что, идиот, блядь? Нахуй я должен банки камнями отбивать? Деда, ну за сколько споешь, говно? Что это за игра такая? Я не понимаю. Я вообще в шоке. Ты идиот, что ли? Ну что ты делаешь со мной? Да. Я хочу держать тебя за руку и твой голос слушать. Я хочу держать тебя за руку и твой голос слушать. Я хочу держать тебя за руку и твой голос слушать. Я хочу держать тебя за руку и твой голос слушать. Челюсть свело. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Привет. Привет. Привет, а ты вот где привет. Был? А я сижу, тебя слушаю. А что там умного услышал? Смотрю. С Виталием. Ну, как мне смешно очень. Да. Что смешно? Где смеешься? Клоун смеяться с меня? Что ты смеешься? Что? Самый, да? Еще скажи, что кофемашинка хуя. Ты за полтора часа трансляции заспидранил уже сколько, 3 или 4 игры? Я зашел, просмотрел их просто, потому что это новинки конченые. Ты мне подарил 2 из них, уебок. Специально, чтоб ты даже их когда даришь, их что, чтоб с меня смеялись? То есть ты с меня делаешь насмешище? Зачем ты мне подарил игру, где человек камня в бутылку кидает? Зачем? Ты сказал, что такое норм. Я думал, там она типа как вот это, помнишь, как шарик, который прыгает? Да. Ну, а ты что мне подарил? Ну, так там тоже нужно до конца рейтинга. Кого, блядь, кидать? Там никого нету, один, что ли, блядь? В
чем, сука, смысл бутылки в озере, блядь, я не понимаю. Я профессиональный бариста, у меня кофемашинка. Кто ты? Все, брат. Бариста. Бариста. Как тебя зовут? Бариста. Сейчас, подожди. Я понял. От другого ничего не ожидалось. Завязывай мне вот это в уши прогонять, на-ка, блядь. Ой, блядь. С тебя даже метр в кепке смеется. Ботла конфлуат. Что это? Даешь камешек в бутылочку, и она плывет. Так она плывет-то, ну, без границ. То есть она может плыть хоть 10 лет, я не понимаю. Нет, там до конца реки ее нужно. А ты можешь заблудиться, например, и поплыть не туда. И что ты тогда будешь делать? Ну что, даже в такой игре немножко затупил, да? Ты что ты мне мозги промываешь? Куда она там плывет? Сейчас я еще запущу, может, что-то я недопонял. Вот описание игры, это расслабляющая казуальная игра. В игре вы выбираете бутылку. Так это казуальщина, а я не казуальщик. Все, что вы можете делать, это бросать камешки. О, заебись. Это то, что я как раз и умею. Для воздействия на воду можно использовать блоки. В направлении бутылки в реке спрятаны разные мелкие животные. Вы можете найти содержимое, чтобы сделать раз-нибудь более интересным. Так, ну давай, допустим, бутылки и банки плавают. Лежат бутылки нахуя, режим гонок, дрифтуем в одиночку. Ну, давай, допустим, в одиночку, да. Я вот так вот плыву, да. И все, да? Или что? Набираешь камешки, чтобы направлять, куда плыть. Угу. А ничего, что я не вижу, куда она плывет, там черное все. В этом-то интерес, брат. Какой нахуй интерес, блядь? Это, блядь, как можно было вообще придумать? Может, тебя комп не тянет? Ты сам, блядь, в эту игру играл, вот честно скажи мне. Нет. Не играл. Ну ты в нее не играл, правда. А это я. Она вышла только 16 октября, блядь. А, так я это еще правильно. Новинка, оказывается, да, типа да. Пиздец. Издатель Жибейжа. Жибейжа. 16 октября 23 года. А где ты ее нашел вообще, скажи по секрету? В Стиме. А, понятно. А в нормальных местах, типа, ты даже искать не собирался, да, я так понимаю? Ну, где-нибудь так от людей каких-то знающих. Никто еще не играл, брат. Япончик. То есть я первый, да, в нее играю, это действительно я как бы это... Я сейчас просто играю, но не понимаю, что это действительно будет в скором хит, да, просто мировейший. Да, в нее будут играть абсолютно все, я понял. То есть я сейчас в нее играю, пока она не стала мейнстримом, правильно? Да, ты первооткрываешь. Я понял. Добрый. Эта игра не расслабляет, а наоборот напрягает, реально, такая конченая просто. У меня башка болит уже, буцать камешек, это пиздец. Ну как может взрослому человеку такую игру дарить, я не понимаю. Ты 3 года, блядь, прыгал в Макитре. Так там интересно, там хотелось туда прыгнуть, понимаешь, до верха. Ладно, там какие-то преграды бы еще были, трамплины прикольные, которые преодолеть было бы интересно. Ну тут, сука, ничего не меняется, просто она плывет и плывет себе, как говно, все. Еще, блядь, написано, бутылки и банки плавают, перевод. Че вы там у стрельнуло в голову, чтобы это придумать, блядь.